Всем привет! Мы узнали бумажные сюрпризы Вики. Сегодня у нас новая распаковочка. И Викуся немножко приболела, поэтому она мне доверила открывать самой. Сегодня я открываю без Вики. У нас заканчиваются 4 коллекции. Я надеюсь, я тут все правильно скажу. Если что, поправляйте меня. Это Дезифанай зимой. Выдуманные куклы Волод. Многие Дезифанай. И Дезифанай ледяные скульптуры. Дальше у нас две осталось, два пакетика безглазые Дезифанай, потом пазл, я не помню, какая это часть, но разберемся по ходу дела. Возьмем розовый, ну что, розовых много еще. Дальше погода Дезифанай, откроем, давайте вот этот толстенький пазл, шестая часть, вот здесь прям написано, что шестая. Так, возьмем какой-нибудь вот этот. Дальше пазл, седьмая часть. Выберем желтый, этот, который плохо закрыт, потому что этот скотч оказался плохим. И этот тоже не очень. Ну ладно. Дальше у нас пазл, четвертая часть. Вот столько пакетиков. Я возьму с вот этим вот грустным человечком. Дальше у нас Дезифанай машины, я возьму маленький. Собери Зига, выберем вот этот. Потом семья Нины возьму маленький. И котенок съел мышонка, возьму вот этот. Такой симпатичненький. Вот сколько пакетиков у нас сегодня на распаковочку. Первый каталог это вот этот. Куколками Лол. И начнем мы, или подождите, здесь уже все собрано. Да, пока что тут все собрано, но есть еще место, поэтому Викуся здесь еще сделает. Откладываем, значит, вот этот возьмем с такой девочкой. Так, Дезифанай и зайчики собрали, это собрали. И это мы собрали. Пазл, шестая часть. Здесь на каком-то пакетике вот было написано, что это пазл, шестая часть. Тут попадается вот такой кусочек. Вот, с чем-то непонятным. Все как-то перепутано, перемешано. Цифра 6. Так, клеим сюда. Так вот так наклеить, чтобы все потом сошлось. Наш пазл, чтобы сошелся. Что-то наподобие вот так. Так уже приклеилось. Не будем уже передвигать. Я же правильно наклеиваю. Это же пазл шестая часть. Ну, вроде бы да. Продолжаем. То что-то здесь как-то не сходится. Ладно, надеюсь, все сойдется. Дальше в этом каталоге у нас это мы собрали, а больше ничего тоже нет. Следующий с леденцами. Тут тоже у нас пазл, пятая часть. Пазл, пятая часть, это, я так поняла, вот это. Давайте откроем и посмотрим, угадала я или нет. Вот, выпрыгивает такой кусочек. Номер 20. Да, судя по всему, я правильно угадала, потому что тут все как раз совпадает. Наклеиваем его. Клеим сюда. Вот. Такое очертание приобретает наш пазл уже. В этом каталоге тоже ничего нет. Берем следующий. Тоже с пазлом. И тут пазл, по-моему... А, тут четвертая часть. Где у нас пазл? Четвертая часть. А, вот. Точно. Я говорила, без Викуси трудно разобраться в ее коллекциях. Вот. Тут много всего нарисовано. То что-то желтое, то что-то похожее на Нину. И еще малюсенькая Нина. Надеюсь, я все правильно сказала. Цифра 7. Так.
Сюда у нас как раз совпадает вот это солнышко. Ой. А тут Нина. Что же это такое? Никак не могу так прислонить, чтобы все совпало. Вот. Как-то так. Вот, посмотрите поближе. Долго-долго мы уже собираем этот пазл. Думаю, что все догадались, что тут может быть за тема. Тут уже мы все собрали. Переходим к нашим каталогам, альбологам, да, по-моему, так Викуся называют. Первое, что мы тут откроем, это Зифаная зимой. Вот такая коллекция, и тут такой пакетик нас сегодня ждет. И попадается Йелп зимой под цифрой 1. Мы собрали эту коллекцию. Теперь ледяные скульптуры видят Дизифанай. Вот такой пакетик. Нам попадается вот такая ледяная скульптура миска. Нам сегодня попалась. Кто же к нам прибежал? Викуся прибежала. Посмотри. Попался из Дизифанай зимой ел. Да. Давайте все зрители сейчас пожелают Викусе, чтобы она скорее выздоровела, да? Я стараюсь. Дальше у нас безглазые Дизифанаи. Так. Вот. Безглазый Астки под номером 1. На безглазую Зиля приклеена, Нам уже попадались Рор, Ел, Зик, Ночь и Нина. Угу. Теперь одноногие Дозифанай. Онг-онг-онг-онг-онг-онг-онг-онг-онг. Попадается, я уже вижу, что это Зик. Зик. Одноногая Зик в профиль, да? Да. Цифра 4. Нина как робот какой-то. Тоже заканчивается, по-моему, коллекция. Далее. Выдуманные куклы Лол. Эта коллекция сегодня у нас тоже заканчивается. Попадается вот такая выдуманная кукла Лол под номером 5. Готово. Теперь семья Нины. Я отобрала вот такой маленький пакетик. Держи, Викуся, Может, каталог. здесь какой-то котенок попадет? А, это маленькая Нина Абария. Угу. И пакетик маленький, и она Ей малюсенькая. 6 лет. Цифра 5. А ему, вот этому Нину, ему всего лишь 5 лет. Так, где тут цифра 5? Вот, малюсенькая. Следующее, что мы откроем, это Собери Зига. Мы сегодня с таким глазиком достали пакетик. И глаз Здесь нам и глаз. попадается левый. Ну, вернее, правый. Это у нас он с левой стороны, но Зиг стоит к нам лицом. Вот так. Дальше. Котенок ест мышонка. Да. Держи, Смотрите, Викуся. котенок запихивается мышатами. Но это редкий сюрприз. Да, смотрите, в зубах. Подожди, это как? Вот так. В зубах котенка. Это в пасти котенка дохлый мышонок. Боже, Потому вкусно. что котенок его раскусил на мелкие части. И теперь мышонок переварится в животе котенка, и котенок выкакает его. Что ты Но потом его все несешь? равно хозяева Мне это покормят. придется вырезать, наверное. Вот этот мышонок переваривается у него в животе. Теперь идем дальше. И у нас последний каталог альболок и еще 3 пакетика. Сначала идет пазл 7-й сезон. Тут седьмой пал написано. Да, и тут какой-то большой
кусочек толстый вот нам попадается. Вот, видите, какая-то свинка. Откуда ты знаешь? Может, это не свинка? Кусок миска. Откуда ты знаешь, цифра что 7. Это миска? Может, это не миска? Не знаю, цифра 7. Не надо, какая что довисала. Так говорила, когда была маленькая? Да. Вот. Дальше. У нас дозифонная погода. Тут очень злая туча. Обвы. Обвы — это брат Помы. Ага. Плохо тут открывается эта перфорация или не перфорация. Скотч. В общем, скотч плохо открывается. Вернее, он порвался. Скотч не может открываться. Открывается пакетик. Тут снова злая туча в форме, боюсь даже сказать, аст. Пома. Да, разве у Астки коричневое лицо? Тут тоже нет цифр, поэтому придется выбрать, на какой знак вопроса приклеить эту картинку. Давайте сюда сбоку наклеим. Вот так я наклеила. И мы продолжаем. И следующий у нас, следующая коллекция, это дозифонари машинки. Последний пакетик. У меня очень мало памяти на телефоне. Пришлось остановить и перебросить, а потом заново, ну, удалить и продолжать. Потому что с той картой памяти случилась какая-то беда. Она не видит. Телефон ее не видит, короче говоря. Вот такая машинка у нас попалась в форме ESB. Или ESB в форме машинки, цифра 4. Клеим сюда и пополним нашу коллекцию. Такая вот распаковочка у нас сегодня получилась. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем до новых встреч и пока-пока!